Ладно, поехали. Они закружат просто машину, и мы будем так... Ага, да, если на нас что-то полетят, они не защитят нас. Хочешь, мы посмотрим? Давай пересядем. Не хочу. От окна отодвиньтесь все. От окна отодвиньтесь. Ага, пригнитесь лучше все. Везут уханских заключенных. Что? Вот это наша комната, вот этот душ отпиздил меня током, а вот эта дверь не закрывается, просто что с ней? Её надо поварить, если то вас просто помогите. А можно маску себе просто на комнату? Ну да. Ну всё, девки. Ё-моё. Ути боже, стоят мужчинки, охраняют нас. Здрасте. Здравствуйте. Это открываешь, и там карточка будет. Ой, я упал. Короче, нам дали карточки, нам дали пополняшки по 100 гривен. Спасибо. Спасибочки. Мы на связи. Дорогие комментаторы, которые от моего имени пишут, что я чем-то недовольна, я рада тому, что я приехала, мне абсолютно все равно, в каких условиях я живу, я прожила 4 года в общежитии, меня ничем не напугаешь. А вы сидите и не придумывайте глупостей свои. Хотела сказать журналистам, то, что интервью нам давать нельзя, я не собираюсь ничего объяснять, пояснять, и мои сторисы тоже воровать, ребята, не надо, потому что это ненормально. Я выставляю это в свои социальные сети, а не для вас. Благодарить всю команду, которая занималась эвакуацией, капитанов, стюардесс, нацгвардию, ребят, которые сейчас с нами здесь занимаются, медсестер, медбратов. Всем большое огромное спасибо. И да, спасибо.